Фэшн-портал GlamZone и с нами группа Градусы. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Наконец-то в Одессе. Помимо вашего концерта, планируете как-то провести время здесь, какие-то места хотите посетить? Ну, какие-нибудь ночные места интересные. Какие-то достопримечательности? Ну, какие-то достопримечательности. Такие темные места, их наверняка много в Одессе, поэтому как бы... А у нас больше не остается времени, потом мы в 10 утра уезжаем, и поэтому ночь нам отдастся. Есть вероятность, что один из последующих ваших хитов будет связан с нашим городом? Ну вот нас проткнет сильно-сильно, вдохновимся чем-нибудь, почему нет? От чего вообще зависит создание нового хита и его успех? Если пишешь от души, наверное, песня зацепит. А как, насколько она зацепит, тут уже не угадаешь. Но мне кажется, надо от души писать. Вот все. Мы как фэшн-портал не можем не поинтересоваться вашим стилем в одежде. Какие-то определенные бренды есть, которые вы предпочитаете? Нет, ну не то чтобы категорично нет. В смысле, если это с каким-то принтом вещь, но она мне идет и по фактуре, и по качеству все отлично, и по цене, что самое главное. Вот, я ее нацеплю. Если она также все круто, но без бренда, я ее тоже нацеплю. То есть все, что сидит хорошо, смотрится. Так он как-то связан с манерой исполнения, с вашим стилем музыкальным? Ну, наверное, чтобы было. Ну, боа как-то не хочется одевать. Чтобы комфортно было попрыгнуть, поскакать. Шпильки, пятнашки не хочется тоже одевать почему-то. Хотя почему нет, чем черт не шутит? Это градусы специально для портала GlamZone. И это нравится мне. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и несомненно заводишь. Нравится мне, когда ты громко хохочешь, неважно днем или ночью. Это нравится мне. Нравится мне, когда мы смотрим с тобою фильмы, хоть и не...